have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Warpeps. Мы с вами продолжаем, пойдем сегодня на второй остров, попробуем пощупать. Тут вроде как что-то уже будет связано с техникой. Я вон на заднем фоне вижу танки, что было бы вообще прикольно. Смешной такой маленький факт. Я сейчас пока загружал эту игру, случайно заметил, что это та же самая компания, которая выпустила, собственно, нашу вчерашнюю баротравму. И очень сильно игры отличаются друг от друга, что говорит, наверное, о разносторонности разработчиков. Поэтому очень интересно взглянуть на это все теперь под другим углом. Поехали дальше. Погодите, а игра... режим завоевания. Ну, продолжим тогда, да. Продолжаем, потому что у нас второй остров. Хотелось бы посмотреть, с чем нас сейчас столкнут. Итак, нам тут предлагают Тау, и нам предлагают пулемет. А у нас что? А у нас осталось все то же самое. Кстати, снаряга, значит, остается. Круто. Я вас понял. Это мы забираем. А, можно продать. Как интересно. А что нам тут предлагают? Тут у нас то же самое. Чуваки с дробашами. Чуваки, то есть боец, дробовщик и вояк с пистолетом. Не знаю, сколько они хороши. Слабый вражеский пехотинец с маленьким уроном. Ну, типа, как просто как мясо, да? И предлагают нам за это стимпак. Стимпак я как-то не очень хочу. Тут нам дадут Tau Missiles. И тут нам дадут... Так, у вас не проблема, в принципе... Дробовщик, в принципе, наверное, тоже не проблема. Главное их не подпускать. Сторожевая башня. Это проблема. Колючая проволока, это тоже немножко проблема. Давайте, наверное, все-таки на этот остров пойдем. Награда лучше, да и против нас не такая жесть будет. Берем наемников стопудов, потому что у нас их много. И ими можно просто закидывать. Берем обычных вояк. Черт, попробуем так справиться. Я не хочу сильно тратиться. Я очень надеюсь, что у меня получится. Давайте попробуем. Стрекочущие часы. Итак, поехали. Воу-воу-воу-воу-воу. У них база поменялась. Это больше не мешки с песком. Так, ладно. Как обычно, закидываем один сюда, один сюда и один в численность. Приближается волна врагов, на здоровье. Пусть приближается. Давайте тогда сразу наемничков кидаем. Потому что, чтобы шло дальше отчисление по времени, они нам не особо что стоят. Блин, а тут вот эти три волны врагов надо будет пережить. Черт, у них вот эта проволока чертова. Гряночку! Молодцы, красавчики. Давайте еще одного человека. Наемников валят, но в принципе это не проблема. Я их буду еще подкидывать, мне не жаль. Ну, то есть солдаты это более качественно, но сейчас я солдат буду беречь для наступления. Наемники не стоят денег, я могу их просто клепать. Пока что идем, кстати, в деньги. Ну да, видите, они втроем кое-как что делают. Солдат, он у нас наносит основной урон, а наемники, они как отвлекающий маневр сейчас работают. Дайте мне еще, да, еще один уровень. Раз, два, три, наемнички пошли. Блин, они мочканули солдата. Так, эту волну мы, получается, пережили. Сейчас я еще... У них снайпер? Нет, у них не может быть снайпера. Наемнички поехали. Ладно, они никакие. Поехали, солдаты. Отлично, прокачиваем солдатов. Вот так, красавчики, ребят, поехали. Это башня, это не снайпер, это башня, ясно. Да-да-да.
Блин, смотрите, как эта колючая чертова проволока, смотрите, как она все портит. А, черт. Деньги пока что копим. Хотя, что нам их копить? Нам нужно вперед наступать. Главное, вот ту башню снести. Интересно, можно ли как-то избавиться от колючей проволоки? Ну, то есть, должна же быть какая-то... Ой, хорошо. Прокачиваем. Наемников закидываем. Ай. Да смотрите, ну, блин, они идут через колючую проволоку и просто дохнут. Ну как так-то? Вы нормальные или где? Давайте греночками их. Потрачу немножко энергии, ускорю процесс. Есть! Наконец-то эту чертову вышку грохнули. Хорошо, повышаем уровень наших ребят. Идем дальше. А, тут две колючих проволоки. Ах ты ж тварь. Так. Подкидываем еще наемников. Наверное, денег мне пока что хватит. Мне сейчас нужно будет уровень наших ребят прокачивать. По крайней мере, нас больше башни не снимает. Эти ребята сейчас подходят... Так, еще раз уровень прокачиваем. Они, ну не стойте в проволоке, блин, ну что вы делаете? Они просто стоят в проволоке, придурки. Есть, они разломали проволоку. Есть, минус один урод. Последнего наемничка закинем. В смысле всех наших перебили? Вы нормальные? Ну, наемников я зря пустил, конечно, первыми. Они просто взяли, посливались там. Отлично, еще прокачиваем уровень. Мне надо наших ребят подогнать. Проволока ломается, но проволока ломается очень дорого. Все ломается за счет их дохлых тушек. Есть! Все это к чертям пошло. Давайте, ребят, подходим и просто валим их. Да, мы пережили три тяжелых волны и потом вот на вот этом промежуточке подошли, завалили их. Короче, смотрите, колючая проволока вместе с башнями, это прям жестко. Супер, мы получили тау, мы получили пулеметы. Теперь можно сюда. Тут опять же ничего такого, мы получим собак, которых мне интересно попробовать. Получим опять же обычных вояк. Тут у нас шотганщики. Отсюда мы сможем катапультироваться сюда, на центральную. А центральная даст нам возможность раз, два, три, четыре решать. Хотя и отсюда мы, наверное... Нет, отсюда. Да, нам лучше сюда пойти атаковать по тактике. Опять же, берем наемников просто как мясо и берем обычных. Я думаю, что прорвемся. Двое наемников за одно удовольствие, трое наемников за одно удовольствие. То есть можно прокачивать. Давайте. Я думаю, нам как раз будет норм. Тау я придержу для какой-нибудь хорошей техники. Вот эти машинки маленькие, они... Крупный песок. Эти машинки маленькие, они сносятся неплохо, и они не наносят никакого вреда, потому что грузовики у нас вроде с турельками, а вот эти маленькие машины, они, в общем-то, даже без ничего. Тут даже этого нету. А вот это, кстати, я, наверное, зря вначале... я промазал. я промазал, я просто поменял это на деньги. Ну ладно. Раз, два, три, четыре.
Пока что просто попрессуем их. Шотганщиков нельзя к себе подпускать. Хорошо, уровень. Смотрите, вот эту всю первую половину мне нужно держаться, потому что вся первая половина это война, волна врагов. Мне нужно их просто будет отбивать все это время. Потом я на них пойду потихонечку. Это у нас солдат? Да, у нас солдат стоит, обороняется, и к нему потихонечку приходят наемники и помогают ему. Ну, блин. Наемников сносят, но наемники дешево стоят. Их можно... Вот, бах, еще подкупил. Отлично. Прокачиваем себе еще. Ой, хорошо, одна греночка прилетела на два человека. Просто волшебно. Хорошо, теперь прокачиваем все деньги, чтобы они шли побыстрее. Офигеть! Чувак, а ты точно шотганщик? Ну просто он с такого расстояния из шотгана ваншотнул. Идите нафиг. И уровень, пожалуйста, в студию. Спасибо. Увеличиваем деньги. Ну что, наемники, я же говорю, они идут просто как отвлекающий маневр, как мясо. А основная волна у меня потом пойдет, конечно, на солдатов. Поэтому на солдатах я сейчас буду очень сильно зарабатывать для них. Чтобы у меня было больше денег, чтобы я мог их заказывать практически без ограничений. Минус, супер. В деньги. Скоро пойдем... Давайте скорее. Ладно, хорошо, поехали так. Раз они сгруппировались, давайте так. Хорошо, 150, это максимально все. Дальше пойдем в улучшение... ну, это, боеспособности. Зря гренку выкинул. Ну, чувака убили на перезарядке, нормально вообще? Ой, хорошо. Блин, я думал, он там четверых этой гренкой лопнет. Вот, хорошо, молодцы какие. Давайте, 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 скорее, мне нужен уровень. Идите, помогайте. Так, улучшаем. Давайте, ребят, прессуйте их. Ну, блин. Ладно, хорошо. Поехали так. Нужно посылать их плотненько одной волной, потому что... О, хорошо, так, прокачиваем. Плотненько одной волной, потому что если размазывать свои войска... Ой, там что-то взорвалось, по-моему, машина. Если размазывать войска, то ничего хорошего с этого не получится. Например, сейчас возьму двоих наемников, но третий потом пойдет у нас уже отдельно как-то. Ладно, сразу же пойдет. Давайте, давайте, ребят, мы сейчас качнемся и будет хорошо. Еще немножко убейте их. Есть. Прокачка до второго прошла. Чувак молодец, он там стоял, отстреливался практически до последнего. Вот, их начинает идти по два человека, да. То есть я сейчас прокачаю до трех, а у меня будет сразу по 9 человек вылазить их. Красиво. У них уже скоро волна наступления заканчивается, а мне уже нужно будет идти в наступление. То есть, возможно, мне теперь нужно будет в количество подкинуть. Потому что тут раз, два, три, четыре, пять уровней еще так. Раз, два, три, поехали, мясо. Сейчас вот этих наемников разбирают, и я заказываю уже солдат. Красиво. Поехали дальше. Подгоняем их, подгоняем. Все, у них закончилась волна.
Есть! Прижали машинку, просто жахнули сходу. Давайте, ребят. Не давайте им стрелять. У вас же огромная орава тут просто. Минус. Отлично. Улучшаем. Но я думаю, что уже даже улучшать дальше не надо. Мы уже просто пришли к ним разбираться. Они уже ничего нам не сделают. Есть. Вторая победа. Неплохо, неплохо. Когда более-менее вникаешь в механики, как это работает. Блин, а жизнь-то, кстати, у нас осталась проигранная. Она не обнулилась. Я только сейчас что-то это заметил. Призывает стаю... Если животное доживет до конца атаки, наличие... наличка за них вернется. Ха. Доживет до конца атаки, это как? В смысле, пробежит обратно и выбежит с другой стороны? Или как? Итак, нам нужно вот это центральное... Ох, у них баги будут. Ракетчики будут. О-о-о! А у меня снайпера нету. За это дадут один тау, так что я не против. Так, специализируется в противодействии техники. Техники у меня нету и не будет, поэтому ракетчики их не до задницы. Я возьму себе тау, одну единственную, которая у меня есть. Я надеюсь, что мне за нее потом дадут дальше это. Потом, опять же, берем пехоту. Так, у них баги, проволока. О. Может быть, знаете что? Турель для обороны базы. Средняя дальность для обороны командного центра. Хочу ли я? У меня их три. Я могу еще вот такую штуку сделать, конечно. Укрытие для пехоты и турелей. Давайте. Давайте, я не против. Карта у нас... Вот так она будет выглядеть, да? 12 минут, волны врагов. Кстати, вначале нападать было бы более... Черт с ним, поехали. Много набрал. Не знаю, как это будет идти все. Убойное тофу. Ну, давайте. О, у них опять вот это вот... Я только сейчас заметил, у меня тут внизу чашечка кофе есть. Хорошо, делаем немножко по-другому. Меняем тактику. Одну сюда и два сюда. Теперь. У них... Сколько у них башен? Одна? Я пока одну только вижу. Ставим укрытие. Мне где-то тау надо будет поставить. Пока что посмотрим, как это все будет идти. Я не знаю, когда у них машины пойдут. Так, ребят, давайте, поехали. Отлично. Попробуем прокачать до... Блин, а вы там подойти не хотите случайно? Давайте вторую баррикадку здесь сделаем. А, вон вторая башня. Одна тут. Я понял. Блин, и колючие проволоки просто тонны. Вот что меня убивает. О, мы машину взорвали. Хорошо, она им служила прикрытием, если что. Так, денег пока хватает. Да... Ай, блин, у меня ничего уровень не прокачан. Греночку! Да, хорошо. Попробуем прокачать наших ребят.
Это я сейчас просираю, если что, время. А чё ты стоял, ничего не делал ты, дружище? Так, мне бы тау поставить. Хорошо. Хорошо! И заодно проволоку уничтожили. Так, увеличиваем население. Отлично, отлично. Эту часть мы начали потихонечку отвоевывать. Там я могу ставить еще. Давайте, допустим, вот здесь. Улучшим до второго уровня наших ребят. Все. А, вот таким образом с помощью Тау можно разбивать башни. Отлично, так, раз. Есть! То есть Тау, да, надо дать просто дальность действия, тогда она... тогда она будет доставать куда угодно, и до башни, и до всего, что хочешь. Нет, ребят, не подходим, не подходим, идите нафиг. Этот звук был, то, что у них сейчас машинка завелась. Типа, они сюда ехать собрались? Давайте, едьте. Так, больше двух я поставить не могу. Но, с другой стороны, этого сейчас примут тут. Или мне ее раз... погодите, мне ее разгромили, что ли? Минус. Так, нужны деньги. Давайте на максималочку прокачаем денежку. Хорошо. Потихоньку вытесняем. Тут есть, тут есть. Вон толпа наемников такая бежит. Ну, они что-то делают, они типа шумят, стреляют, нормально. Приближается волна врагов, это я знаю, да. Сделаем вот так. Хорошо. А ты вот сюда выстрелить не хочешь, дружище? Не, мне нужно как-то их продавить. Давайте, еще один уровень. Греночку. Типа, у меня сейчас Тау выведены из строя, да? Ладно. Ладно, хорошо. Вроде деньги есть. Мне бы... Так, посмотрим, сейчас пару уровней пойдет. Давайте атакуем. Пока они переходят, их можно потихоньку валить. В смысле ты из гранатомета фиганул?
супер, максимально. Вот, наемники теперь вышли целой командой. Блин, ее моментально просто снесли, да? Их ракетчики против моих ракетчиков. Супер. Я думаю, что, наверное, хватит полагаться на... Думаю, хватит полагаться на наемников. Думаю, сейчас буду потихонечку клепать солдатов. Хотя наемников сейчас стало тупо много, мы к этому и шли. Продвигаемся, их надо продавливать. Отлично. Кидываемся в деньги. Давайте, ребят. Баги! Вали его. Я для этого и покупал себе Тау. Вы чё? Подходим, ребят. Подходим, подходим. У нас время заканчивается. Подходим. Хорошо. Супер. Все. Каточка взята. Наемниками и все равно каточка взята. Красавчики. Фух. Правильно все рассчитали. Отлично. Ну что, три базы, получается, за сегодня мы с вами отоварили. Стратегически мы вроде довольно неплохо идем. Одну Тау потратили, одну Тау мы взяли. Что уж очень неплохо. И да, теперь от этого центрального острова у нас открывается. Мы можем сюда. А, нам дадут ЛРМ-ки. Мощная техника для поддержки, поддержки подкрепления призывает бравых вояк, не расходуя довольствия. Ой-ой-ой. Эта штука очень хорошая. Так, здесь нам дадут КН-38 Пума. Мощная техника для атаки после улучшения эффективно против техники. После улучшения. Но тут будет Буба. Герой. Могучий пулеметчик с крепким здоровьем. Мне нужны снайперы. Так, а снайпер... ой, блин, у них гаубица будет. Группа юнитов активируется после небольшой задержки. То есть тут нужно будет действовать быстро. И здесь, если я смогу победить вот этот вот регион, я смогу себе заработать обратно жизнь. А могу и пойти вот сюда. Ох, блин, там вообще что-то страшное. Турель для обороны. Здесь мне дадут тяжелого пулеметчика. То есть против меня будет не такая уж и большая армия. Ну, то есть грузовики, конечно, неприятные, но это ракета. Но и слабый удар по неуправленной ракете по технике, по пехоте или технике. Слабый. Ну да. Мины. Мины с минами мы уже сталкивались. Это очень мощная штука. Мне снайперы нужны. Я бы, например, взял бы вот эти вот два региона. Хотя... Ты у нас со взлетачевыми гранатами. Блин, вот эти очень-очень подлые твари. Против них опасно. Тут герой. И груз 78. Что нам дадут? Дымовые гранаты, опять же собаки, бочка нефти. Продает бочку нефти. Интересно. Кстати, мы еще ни разу не тестировали вот эти вышки, бочки нефти. Ладно, тогда получается, куда я хочу, я бы такой, чтобы... Тяжелый пулеметчик, это интересно, это ведет нас в тупик. Я не очень уверен, что мне это нужно. Я бы, наверное, пошел бы или сюда, или сюда. Стратегически нам важнее сюда, потому что это даст нам наступление на следующие регионы. Нам нельзя, чтобы сила вражеской армии заполнилась, иначе это будет гораздо тяжелее. Здесь нам дают парочку хороших вещей, но мне очень интересно... Так, тут ракеты... Вот, здесь нам еще дадут вот эти ЛРМ-ки. Мне бы хотелось их получить, и для этого
Возвращаться назад, ну, как-то не знаю. Я думаю, что в следующий раз все-таки пойдем сюда. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем молодышек и всем покеда.